Удобная, надежная, практичная, тотальная распродажа в магазине «Центр обуви». Для нее, для него, для вас. Таких цен, пожалуй, больше не будет. Магазин «Центр обуви», КСК, Фадеева 20А, первый этаж. Всем привет, всем доброго утра. С вами утренняя программа ЗАП ТВ в этот день. С сегодняшнего дня остается ровно месяц до того момента, когда день перестанет убывать. А пока рано наступающая темнота способна довести нас до депрессии. Справиться с ней помогут психологи, чей профессиональный праздник приходится именно на 22 ноября. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к первому съезду Российского психологического общества, который прошел в этот день в 1994 году. Конечно, лучше всего решать проблемы в отношениях без профессиональных посредников. Особенно это касается семейных дел. Кстати, о семьях. Сегодня отмечается День сыновей. Для России это молодой праздник и только набирает популярность. Праздник проводится в семейном кругу. Матери и отцы дарят сыновьям подарки, произносят в их честь тосты и поздравления. А в воспитании главное – успеть вложить в детские головы максимум полезной информации, пока дети вам верят и прислушиваются к вашим словам. Правда, для этого и самим надо знать достаточно много. В этом нам помогает День словарей и энциклопедий, который тоже приходится на 22 ноября. Его учредили по инициативе Общества любителей русской словесности в 2010 году, в день рождения Владимира Даля, составителя толкового словаря живого великорусского языка. Ну а у кого пока нет семьи и сыновей, могут провести сегодняшний вечер в уютном заведении за чашкой кофе. 22 ноября во многих странах мира отмечается как день отогревания в кофейнях. Ноябрьская погода особенно располагает к тому, чтобы посидеть в тепле и уюте с чашкой любимого напитка. Кстати, первая кофейня была открыта в Турции в 1500 году, а пить кофе изначально было разрешено только мужчинам. А еще в эти предзимные дни организму уже требуется повышенное количество витаминов. Кстати, 22 ноября отмечается День клюквенной закуски. Праздник этот дошел до нас со времен кельтов. И по сей день сегодня принято готовить из клюквы любые десерты и подливки. Так что сегодня нам есть что отметить и чем заняться. Удачи вам, будьте здоровы и помните, что мы ждем вас завтра у экранов утром.